решил посмотреть сегодня, что перехожу к этому. Это работает. У, какие у них машины, смола течет под ними. Так. Вот они как делают гладко. Ого. Это я пойду куда сейчас пойду. Это вот они сейчас здесь заворачивают. Сейчас я посмотрю их, а потом к Игорю пойду. Дорогу какую делай, гладкую. Это не пойдет дело так. Я ноги замараю. Вот они где. Я сейчас пройду, дойду до них. Это рядом дом. А это вот железная дорога. Я решил по ней идти. Ограда вот заканчивается. И они ее убрали, ограду. Почему, не знаю. И вот они это делают, дорогу. Здесь ямы на ямы были. Ты смотри, что сделали. Это только сегодня. Я специально пошел, чтобы рядом побыть. Показать. 12 мая. 12 мая. 2022 года, 4. Такие ямы. Барнаул город. Улица промышленная. Вот они как все залили. Смотрите сколько. И вот это сделают проломанные. Вот сколько чищет. У машин-то сколько. По количеству машин
Барнаул входит где-то в первую двадцатку городов страны. Вот он еще привозит тут со всех сторон. Тут уже, видать, сделали, дорога гладкая. А вот где мы, оттуда я смотрел этот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать, 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 куда сновато. Кружевники настоящие. Двадцать пять этажей, правильно. Вот они, краны стоят. И как они тут задерживаются. Это вот музей алтайский, искусство, культура, все, где был краевой суд, меня судили в 1986 году в августе месяце. И отправили уже на ТАСС по этапу.